Эй, здорово, бандиты, с вами как всегда Левкин. После открытия в данном ролике я реально думал, что удалю игру. И мне пришлось целые сутки ждать, чтобы прийти в себя, чтобы начать снимать катки. Не буду больше затягивать, желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Не забывай про пальчик вверх, подписочка на мой телеграм и дискорд каналы. Все ссылочки как всегда в описании. Погнали. В общем, братан, оказываемся на своем аккаунте. У нас есть 24 тысячи UC, вернее 24 500. А я думаю, что рулеток слишком много, которые мы с тобой должны открыть. Первое — это рулетка с костюмом золотым. Здесь у нас осталось с тобой 669 монет. С одной стороны, можно их потратить на материалы, то есть забрать 7 материалов, прокачать АКМ. Но, опять-таки, маска достаточно прикольная, и вот я не знаю, как нам с этим поступить. Помимо этого, у нас не выбитый пони, который вот-вот закончится, и еще рулетка с шутом. Я бы ее тоже, наверное, хотел немножко покрутить, посмотреть. Давай, наверное, скипнем. Сейчас где-то пятерочку здесь, получается, оставим. Я надеюсь, что вдруг нам маска дропнется. И мы сможем ее отсюда вытащить. Потому что кроме маски мне здесь ничего не интересно, к сожалению. Так, остается 21 тысяча. Еще несколько прокрутов делаем. И, наверное, на этом все. То есть остается 765 монеток у нас есть. Этого хватает на костюм. Но пока, наверное, гнать с тобой коней не будем, да? Можно отложить немножечко ящик с шутом, да, пооткрывать этот костюм. Чуточку позже, потому что отсюда нет только по большому счету. А, вот юмба, кстати, такого нет, если я не ошибаюсь. Нет, есть. Ладно. Ну да, нет костюма. С другой стороны, он мне как бы и не нужен. Что у нас еще здесь остается? Ну, конечно же, ящик с годовщины. Ну и сам понимаешь, здесь у нас невыбитый пони. Что меня, конечно же, очень сильно триггерит, потому что выбить его никак не получается. Я не уверен, что он дропнется, к сожалению. Все это у нас уже было, если не ошибаюсь. Важно, дайте мифик, пожалуйста. Серьезно? Серьезно? Остается 15 тысяч, да? Очень жаль. Я... что со звуком? Я очень хочу костюм. Да ё-моё, ну как так, а? Почему так не везет? Меня это бесит. Так, РПшку, кстати, даже не смотрели с тобой. Окей, отправим в клан. Тратим еще, получается, 3000 здесь. Серьезно? Юмп-юбилей, который по счету уже выпал, я не знаю. Да. Походу мы его не выбьем. 10700. Может, в другой рулетке нам повезет как-то. Надо купить РП, не забыть. Ну и что ты думаешь, добивать этот костюм или нет? Просто мы потратим на него уже в районе, получается, 50 тысяч UC. И остается 8 дней всего. Я не знаю. Издеваетесь? Ну, это просто расстройство. Правда. То, что я вижу, мне абсолютно не нравится. Остается всего лишь 2000. И этот костюм никак нам не хочет падать. Ну, пожалуйста, игра. Я этого не понимаю абсолютно. Ну и как бы, судя по всему, костюм нам не падает. И это просто ужасно. Все? Прокруты закончились, понимаешь? Прокруты на этом закончились. Мы потратили двадцатку сюда и достали все абсолютно.
кроме нужного костюма. Серьезно? Вот этот, по-моему, еще не падал. Меня это очень сильно раздражает. Я не знаю, как так. Почему он не падает? Ну вот серьезно. Это нечестно. Это несправедливо. Ну а данный ролик вышел при поддержке Качешоп, который, как ты уже наверняка знаешь, запустил свое официальное приложение, доступное для скачивания в Google Play и Marketplace от Xiaomi под названием GetApps. Помимо этого, и сам сайт был приятно обновлен. Но в приложении для новых пользователей приготовлена специальная скидка в 10% абсолютно на любое пополнение. И это касается не только PUBG Mobile, но и других игр. Также добавлена долгосрочная акция, благодаря которой, пригласив своих друзей, ты получаешь дополнительную скидку. У Качешоп есть официальная страница ВКонтакте, на которую я тебе рекомендую подписаться, чтобы не пропускать проходящие акции и скидки на UC. Как всегда, все полезные ссылочки находятся в описании. Переходи, скачивай, пользуйся на здоровье. Ну а мы продолжаем. Итак, я все-таки решил немножечко добавить денег. 8400 у нас получается. Я не знаю, вообще, правильно ли я поступаю, когда так делаю, потому что, ну, выбито уже все отсюда, кроме нужного нам костюма. И меня не покидает ощущение, что он нам и не дропнется. Где сам костюм? Игра, ты мне объяснишь или нет? Денежки тают очень быстро. Костюм нам по-прежнему не падает. И, по-моему, уже не хватает, да? Ты представляешь себе? Мы потратили на это 28 тысяч только в этом ролике. Получается. И, по-моему, еще в прошлом 28. Но костюма так и нет. Очень жаль. Очень жаль. Я даже не знаю, как это комментировать. И что с этим делать? Давай, наверное, вернемся. Все-таки заберем масочку. Но сказать, что меня просто это не устраивает, это ничего не сказать. Так, давай, наверное, обменяем все-таки. Заберем ее за 450. Да, пусть она будет. Она мне нравится. Она самая прикольная из всего того, что здесь, в принципе, есть. Ну и на остатки просто заберем, получается, 3 материала. Окей. Ну и краску, наверное, в таком случае. Да уж. Очень жаль, что открытие получилось вот таким. Я рассчитывал, что мы хотя бы что-то сможем сегодня вытащить. А по факту получилось вообще ничего. Вообще, в прямом смысле, ничего. Костюма нет. Но забрали маску, окей, но она не такая важная, наверное. Да уж. Дела. Ну что, может быть, в каточках больше повезет, да? И там нам что-то поднимет настроение. В общем, братан, я как будто бы не могу уйти с пустыми руками с открытия. И меня очень сильно триггернуло то, что мы потратили сколько? Ну, получается, 50 с лишним тысяч на костюм вот этой коняки. А толку от этого никакого. Давай попробуем забрать, наверное, вторжение. Я не знаю, сколько на это выйдет, но очень рассчитываю, что не особо много. Да? Так, нам здесь выдают какие-то дурацкие временные предметы, не знаю зачем. Окей. А эти кристаллы-то будут или нет? Что-то я не очень понимаю. Как это работает? Ну и у нас их ноль. Они из рулетки падают или как? Прогресс ковки. Ага. Лады. То есть кристаллов-то здесь как будто бы и нет.
Ладно, шлем упал, один кристальчик. А их надо нормально так, если я не ошибаюсь. Ну, прям бред. Так, сковородочка, да? И еще один кристалл. А сколько на костюм нужно? 10, серьезно? И у нас 2400 остается. Ну, как-то не фартит. Совсем уж. Еще один кристальчик. У меня такое ощущение, что мы заберем отсюда каску. Да? Так, 1600 остается. 5 кристаллов всего. Я думаю, что еще и маска будет в районе пятерочки кристаллов стоить. Да? Здесь без кристаллов. Так, еще 4 открытия. Посмотрим. Так, есть один. И... На этом все. Если я не ошибаюсь. По итогу мы забираем отсюда лишь 8 кристаллов. А нам нужно... Я думаю, что нам нужно 15, да? Маска 5. Костюм, собственно, 10. Да, действительно. Что ж, придется заново докидывать. Ё-моё, как так-то? Что с этой игрой не так? После этого не хочется в нее донатить, потому что все чертовски дорого. Почему так дорого? Я не могу объяснить для себя. Мне это абсолютно не нравится, но тем не менее. Давай докидывать, открывать. Что делать? Итак, добавил еще 4000. Посмотрим, как оно. Очень надеюсь, что хватит. Но что-то как будто бы сильно сомневаюсь при этом. Так. Есть плюс один материальчик. Плюс два уже даже. Так, временные шмотки, естественно, нам никакие не нужны. Я думаю, что 10 материалов у нас уже собралось, правильно? А, так ты еще вот так делаешь, да? Окей, получается, происходит ковка, и, собственно, тебе же в рулетке этот материал и падает. Ну, что-то такое себе совсем. Хорошо, упала каска-ледник. Это неплохо. И два материала. Остается у нас 1600. Всего лишь два. Нужно сделать материалы еще сверху. Я думаю, нам должно хватить. Серьезно? Что за бред? Так, есть один. Да уж. Да уж. Папка любит деньги. Дай, пожалуйста, один материал. Спасибо большое. Что ж, давай забираем, наверное, вторжение это. У меня нет к нему какого-то особого отношения. Для меня это, в принципе, просто костюм, да. Я знаю, что многие его любят и хотят. Но как-то уходить с пустыми руками из рулетки я не хочу. Мне не нравится эта идея. А этот костюм, кстати, нам дали за клан. Если хочешь попасть в клан, заходи в Discord. Чат в телеге тоже есть, но ты попадаешь в него только после вступления в клан. В общем, вся информация содержится в Дискорде. Ну ладно, теперь у нас есть вторжение. Как будто бы, да, и это хорошо. Ладно, теперь мы, наверное, готовы отправляться в игру. Но сегодняшнее открытие, наверное, было... самым неудачным за последнее время. Да я вообще не помню, чтобы мы столько денег тратили и столько UC тратили на какой-нибудь из ящиков, не особо, так скажем, важный и значимый, и чтобы нам оттуда еще ничего не падало. Это ужасно, я считаю. Ну что, братан, прыгаем на квары. Это один из основных ивентов, да, в данный момент. Поэтому, собственно, выбор был очень и очень простым, потому что Сталбер чертовски далеко. А вся тима падает с нами, людей будет наверняка тоже куча. Я в этом уверен практически. А что по луту? По луту все ок. О, М24, серьезно, братан, вот так? Что-то как-то, я даже не знаю, выходить не выходить отсюда.
Надо бы тех ребяток, наверное, добить, да? Здесь нет. Блин, а можно хил? Что-то нам надо налутать еще. О, берлючек, найс. Все как-то неудобно, игра подлагивает еще жестко. Мне не нравится абсолютно. Такой прикол. Так, мы вроде бы как в сейве. Я думаю, что все наши пацаны умерли. О, эмочка, найс. Ничего себе. Так, всех наших порешили, да? Кто-то под нами? Так, здесь боты, окей. Я думаю, нам с тобой можно, в принципе, не париться, да, и стрелять. Без скопов. Потому что так летит намного лучше. Так, ну сейчас начнутся посиделки, значит. Вверху у нас тут парня какой-то, да? А кому я должен помочь? Нет никого. Это не мне, да? Так, чувак упал вниз. Удалось ему перелезть. Патроны на МК есть, нет? Нет? Очень жаль. Так, теперь есть патроны на МК, хорошо. Что, еще и брони не было. Лады. Чего? Ну, здесь особо без вариантов, если честно. Как мне кажется. Если только через верх пробовать. Главное, чтобы спину не накидал. Туда ок. В общем, я понимаю, где и тот, и другой. Ладно, ладно, окей. Я думал, что второй дальше, а они типа в одной тиме оказались. Чтоб тебя. Сделаем по-другому. Я на 100% был уверен, что они друг с другом сидят, воюют. То, что у нас узиха, это, конечно, печально. Ну, как бы с возвращением получается, да? И как нам отсюда слезть и не сдохнуть? Вопрос.
Два кирика? Серьезно? Так, а где этот чел умер? Ну да, я думаю, мы готовы с тобой отправляться куда-то. Как мне кажется. Броник, правда, первый. Это ничего страшного. В общем, ищем транспорт. И едем отсюда. Так, тот на той стороне с импом. Я удивлен. Давай это проверим. Видел? Он вернулся. Найс. Здесь теперь двоечка, да? Так, не прокинуть будет. Ничего. Я думаю, они умерли. Че, бот пришел? О, бот куда стрелял? Что там происходит, я понимаю. Отлично. Так, ну полутусу мало у нас получается, да? Ну все, теперь нам нужен транспорт просто какой-то. Так, есть аэродроп, можно до него доехать, там постоять, посмотреть, почекать. В принципе, какие-то пушки я особо не хочу видеть, то есть, ну там, авик, например, или подобные приколы. Да и с Аугом мы с тобой много играли, давно на М-ке не катали что-то. Ну, разве что гроза, да, вместо калаша. Но мы с тобой выбросили глушитель. А гроза без глушителя, ну, это совсем не то. Не то пальто. А, давай посмотрим. После ПК-шного попгуста, конечно, не хватает того, что можно за рулем пить банки. Так,
из красной выйдем, наверное. Что-то я как-то очень не хочу взорваться и заруинить такую катку. Никого, что ли? А оружие где? Очень интересно. Какие-то ультрабыстрые ребята попались, судя по всему, да? Но так-то можно лук взять, конечно. Все-таки это аирдроп. Очень сильно лагает игра, просто жуть. Вот вроде бы, когда выходила обнова, что-то там допофиксили. Но сейчас я понимаю, что это вот вторая катка за сегодня. Сейчас я понимаю, что это задница полная, конечно. Какие-то ребятки у нас здесь есть. Так, и там есть велосипед, да? Что-то вроде бы как зажал. А вроде бы как и вообще херню полную сделал. Давай поближе попробуем подъехать. Он убегает. Я понял. Здесь надолго. Не хочу там с ними стоять абсолютно. Реально не вижу. Отлично. АМР была, да? Чувак просто должен был попасть в голову. Но что-то пошло не так явно. Thank you.
Я думаю, мы готовы ехать дальше. Нам надо в зону. В зону попадать, зона в починках. Так, по аирдропам у нас что? Как думаешь, мы тут не сможем себе налутать броню? Свеженькую. Аптечки только, да? В сами починки лезть особо не хочу. Ну, хотя бы так, найс. Nice. 10 человек всего у нас остается. Я думаю, этот кемп сейчас будет актуальнее всего. Потому что подойти будет неоткуда к нам. Как-то ребятки не особо хотят умирать. К сожалению. Аэродроп, что ли? Серьезно? Хорошо, там непонятно по ребяткам, где-то сверху у нас здесь еще, да? Дополнительный типок умер. Где-то здесь стреляют, но я пока не понимаю, где конкретно. Нам нужно заезжать в этот дом. 100%. На самом деле эта позиция мне не нравится. Потому что если раскиды начнутся... Ну, по этому дому, собственно, тут вообще ничего сложного. Я так понимаю, у нас здесь типы, да? Мы выйти на них никак не можем. Чтобы прострелить. Здесь у нас тоже пока что непонятно, что происходит. Никого не видно и не слышно. Эти ребятки, я тоже думаю, с этого дома не будут спешить выходить. А мы, кстати, в зоне еще здесь. Пол. Это интересно. Я его не вижу. Так, есть как бы ноки. А, увидел. На втором этаже умер от молика. Походу поднимет, типа. Один у нас здесь.
здесь все ясно. А вот по остальным ребяткам я не очень понимаю. А, все, понял. Раз на раз. Ну что, ну выйди ты из своего дома уже, сколько можно? Наконец-то! Наконец-то! Фух! Это было неплохо. Victory belongs to us. Я надеюсь, что тебе понравилась каточка, и она заслуживает твоего пальчика вверх. Нормально. 4900 урона, серьезно? Так, ну что, братан, у нас тут что происходит вообще? Я отвлекся. А мы куда летим? Мы зачем сюда летим? Пацаны, вы чё? И с нами даже кто-то есть? Без рофла? Блин, а там ивент такой классный, а? Лады. Нашего типа нахуй. Так, а где все пацаны? Что вообще происходит здесь? Минус раз. Еще
меча кто-то будет или нет? Все, у нас есть темка, есть томик. Я, в принципе, этим доволен. А, вот есть калашик, найс. Тогда вообще красота. Думаю, что нам больше здесь и нечего ловить. В целом-то. Воу. И мы готовы уезжать прям. Возьмем только скопчик. Я в упоре слышу типов. Патронов не очень много остается, да? Блин, нашего типа добили, э! Куда он стрелял? Он кто-то стрелял 100%. Нам нужны только патры. Даже аптек нет? А кто вот этого пацана убил? Я так и не понимаю. Но он нам накидает, так что мы нокнемся, скорее всего. И он сейчас там очень долго еще будет сидеть. Так, а вот стекло, кстати. Можно, по идее, зайти, запушить его. Как вариант. Так, я понял. Давай догоняем братуху тогда. Отлично. Так, и мы готовы возвращаться. Мы готовы возвращаться за нашим типом, наверное. Потому что он как-то у нас совсем без внимания остался. Странная сильно катка получается из-за того, что... Как бы тебе объяснить? Мы упали не на ивент. То есть у нас нет реслки. Что меня немножко смущает, как будто бы... Карточку я имею в виду. Нет карты. Возрождение. Сейчас нам нашего типа надо восстановить фастом. Да, заехать.
Так, все, мы его возвращаем и просто дальше едем. А нам бы тачку, наверное, поменять. Давай заскочим сюда. Здесь выясним, что происходит. А куда этот чел делся? А, все, он умер, окей. Погнали. Погнали куда-нибудь искать транспорт. А, здесь точно был багос. Это точно для нас. Били? Били, отлично. Ой, можно 6x даже изнуть. Боже, дай 6x. Он забрал 6x. Так, у нас здесь где-то багос был. Вижу какой-то мотоцикл, вот нам его надо догнать. Резнем, наверное, своего типочка еще. Флайерка, лады. А, нашего пацана. А, нет, все, можем вызвать, окей. Окей, окей, это хорошо. Здесь? Ладно, вызывай его, братуха. Поехали. Так, ищем кого-то дальше. Ага, есть флайерка. А, не флайерка, вернее, аэродроп. Просто, но все равно, может быть, нам кого-то встретим, найдем. Постреляемся. Будет уже хорошо. И бензин у нас закончился. Очень жаль. Совсем-совсем не вовремя. Выбирай, братуха, МР, если тебе нужно. И у нас там есть флайерка. Даже две. Нам туда 100% ехать. А нам нужен бензин. Что ты делаешь? Братан, что с тобой? Он просто издевается надо мной. Ужас. Нужна канистра. Просто дайте канистру. Канистры нет. Монти, нет канистры вообще. Что нам делать? Объясни.
Давай, давай, залезай. Залезай, давай, быстрее. Быстрее! Давай, братуха, поехали. Чё все такие медленные в этой игре? Монти, ты тоже медленный. Мы с тобой ничего не успеваем сделать по итогу. Где были вызваны две флайерки, а? Информация нужна какая-нибудь. А, все, нашлись. Шикарно. И справа машина уезжает. Лоу. Лоу HP, лоу HP. Там чуть-чуть буквально надо подвинуться. Думаю, здесь сверху, да? Так, нам нужно уезжать 100%. Ай, братан, поехали. Прямо быстро посмотрим. Братуха, буквально секунду. Начали. Теперь точно в зону. Так, мы залетаем в зону. Здесь есть кто-то? Нет у нас? Вроде тишина. И это все, да? Лады. Всего два человека остается. Это уже будет просто. Как мне кажется. Так, у нас новый дроп. Жутко лагает игра. Просто жуть. Что-то Юсуф завтыкал. Чего ждал? На аирдропе видно кого-то. Ласт тип, куда стреляют? Ага, окей. Погнали, нет топлива. Погнали пешком. Где он? А! О, он прыгал. Хотел затемиться, походу. Не знаю, не уверен в этом. Ух, лады, лады. Ну что, братан, таким вот получился видосик, и я очень надеюсь, что он тебе понравился. Открытие вызвало у меня просто бурю негативных эмоций, я не хотел играть. Но, тем не менее, взял себя в руки, пошел в катки, и рандомные тиммейты смогли просто стереть это чувство. Они меня действительно радуют, меня мотивируют это играть, наблюдать за ними, наблюдать за их реакцией. Это действительно прикольно и дорогого стоит. Не дороже UFC-шек, конечно, но тем не менее. Что ж, не забывай подписываться на мой Telegram и Discord каналы. Все полезные ссылочки, как всегда, в описании. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Встретимся на просторах PUBG, а также в следующем ролике. Всем удачи и пока!